Мероприятие, посвященное приведению воинской присяги, объявляю открытым. Я, Смисон Виталий Владимирович. Тищенко Андрей Олегович. Тычина Виктор Александрович. Подпус Роман Валерьевич. Спаскин Кирилл Александрович. Торжественно присягаю на верность Совету своему Отечеству, Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов. Приказы командиров и начальников. Клянусь достойно исполнять воинский долг. Мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и отечество. Служу России! Служу России! Мы как бы давали присягу уже один раз украинскому народу, но мы не предали украинский народ. Украинский народ сейчас находится в заложниках у этого киевского режима, у преступного киевского режима. Мы даем присягу русскому народу, но не предавая при этом украинский народ. Мы всегда остаемся вместе с ними, потому что мы братья. Украинский народ с российским, они как одно целое. У нас нет никаких различий. У нас одна вера, у нас одни традиции. То есть украинские и русские народы, они это один народ.